Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Unit 4, секция 2, упражнение 25. Listen to the students talking about keeping fit. Fill in the table. Послушайте учеников, говорящих о поддержании формы. Заполните таблицу. Диалог. Correspondent. Hi, I am a correspondent of your sports magazine. May I ask you a few questions? Привет, я корреспондент журнала Your Sports. Могу я задать вам несколько вопросов? Анна. Yes, certainly. Да, конечно. Марк. Окей. Марк, хорошо. Correspondent. Do you think it's important for a teenager to keep fit? Как вы считаете, важно ли для молодого человека поддерживать форму? Анна. Yes, I do. Girls care about how they look. When I feel that I'm getting out of shape, I stop eating chocolates, sweets and fast food. Да, девушки заботятся о том, как они выглядят. Когда я чувствую, что теряю форму, я прекращаю есть шоколад, конфеты и фастфуд. Мак. I can't live without chips and cheeseburgers. It's easier for me to do sports twice a week than to diet. Марк, я не могу жить без колы, чипсов и чизбургеров. Для меня проще заниматься спортом дважды в неделю, чем сидеть на диете. Correspondent. What sports do you prefer? Какой вид спорта ты предпочитаешь? Марк. I prefer sport that I can do in any season. So I often go to the sports center school. It helps me to look cool and athletic. Sometimes I play football with my friends or go swimming. Марк, я предпочитаю виды спорта, которыми я могу заниматься в любое время года, поэтому я хожу в спортивный центр в школе. Это помогает мне выглядеть хорошо и подтянуто. Иногда я играю в футбол со своими друзьями или плаваю. Анна. Most girls in our school do aerobics. It helps us to relax and to get rid of stress. When I don't have time to go to my fitness class, I go jogging in the park. Большинство девушек в нашей школе занимаются аэробикой. Это помогает им расслабиться и избавиться от стрессов. Когда у меня нет времени ходить на уроки фитнеса, я бегаю трусцой по парку. Наша задача – заполнить таблицу. В таблице боковик – это имя Анна и Марк. Два столбца. В одном из них мы должны отразить, что Анна и Марк говорили о еде, а во втором, что о спортивных нагрузках и упражнениях. Итак, Анна food. When she feels that she is getting out of shape, she stops eating chocolate, sweets and fast food. Когда она чувствует, что теряет форму, она прекращает есть шоколад, конфеты и fast food. Что Анна говорит о упражнениях? Об упражнениях она говорит следующее. When she does not have time to go to her fitness class, she goes jogging in the park. Когда у нее нет времени ходить на уроки фитнеса, она бегает трусцой по парку. Посмотрим, как Марк относится к еде. He can't live without chips and cheeseburgers. It's easier for him to do sports twice a week than to diet. Он не может жить без колы, чипсов и чизбургеров. Для него проще заниматься спортом дважды в неделю, чем сидеть на диете. Что говорит Марк о физических упражнениях? He often goes to the sports center at school. Sometimes he plays football with his friends or goes swimming. Он ходит в спортивный центр в школе, иногда он играет в футбол со своими друзьями или плавает. Окей, упражнение выполнено, табличка заполнена. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.